Привет, друзья! Я вот так специально сделаю, как будто только проснулся, спал, спал, спал. А вы знаете, что я хочу сказать? Что именно сон и вот это дрейфование между сном и бодрствованием, это волна гармонизации, когда ты входишь в безмятежный сна и выходишь на вот этот шторм всякой суеты мысли, а потом опять входишь вот это вот безмятежность, безграничность, без штампов, стереотипов, без авторитетов, без берегов, как говорится, когда ты ничем не зажат, никакими стереотипами. Вот эта вот волна, если дашь себе поспать, наконец, то вдруг начинаешь замечать. Это вы посмотрите, у вас то же самое происходит. Мы все в этом смысле одинаково устроены по природе. В какой-то момент, когда батарейка мозга заряжается, у нас начинает происходить вопросы, которые мы там размышляем. Это думать во сне. Есть какие-то у нас обязательства в жизни или от природы вашей собственной, вы постоянно о чем-то думаете. Или какие-то внешние обязательства, вот вы должны письмо кому-то написать, а вам в это время спать хочется. И вот вы качаетесь на этой волне, так слушайте. И вдруг вы начинаете замечать, когда вы размышляете, засыпая, просыпаясь, ну, допустим, комар вас укусил, вы опять проснулись, опять засыпаете, вот на этой волне между штормом и штилем, на этой волне гармонизации, вдруг оказывается, по мере того, как батарейка восстанавливается, постепенно у вас появляются какие-то идеи. Даже, может быть, у вас появляются силы, и поэтому вместе с этим возникает какое-то ощущение вот этой гармонизации. И вот этот вопрос, который у вас висит, на волне восстановления, обратите внимание, на волне восстановления, это же природная гармонизация. Вот ответ начинает появляться на волне гармонизации. И оттуда возникают идеи. Таким образом, сон является источником сил, идей и вдохновения. Поэтому, если вы не даете себе спать, вы не почувствуете этого в себе, вот этого прекрасного восстановительного состояния. Поэтому, если вы хотите какую-то новую идею, то вам надо лучше высыпаться. Конечно. И перед сном думайте о чем-то, что вас очень волнует. И потом вы найдете ответ, если выспитесь нормально, потому что в русле восстановления все идет гармонично. И поэтому это природная гармонизация в ответе поиска решений и поможет вам сделать изобретение. До встречи!